Чтобы порадовать маму, повод не нужен. Побыть в кругу любимых дочерей уже радость для Анастасии Блохиной. А их у нее 6. Несмотря на плотный график, находит время для каждой. Переживание самое сложное. За каждого переживаешь, и у каждого свои трудности и потребности. Нужно как-то их всех вместе соединить, чтобы это была семья, чтобы они друг друга поддерживали. Самой старшей дочери Марии 20 лет. Учится на 3-м курсе педагогического университета и уже работает. Помогать младшим сестрам тоже успевает. Мне очень нравилось всегда учить младших чему-нибудь. Вот. После меня вот сестра есть, Елена. Вот, я ее КГ готовила, математику подтягивала, вот с Варей тоже. Спорт, музыка, медицина. Увлечений у девочек много. Анастасия во всем поддерживает дочерей. Сама по профессии врач. Работала патологоанатомом, потом ушла в реабилитацию. Работа сложная, но быть мамой гораздо труднее, потому что нужно трудиться без выходных. Очень добрая, когда видишь, что я даже немного грущу, сразу: «Лена, что случилось? Лена, ты можешь мне все рассказать?» И, ну, вообще такая понимающая женщина, на самом деле. Еще она очень любит детей, и она любит готовить для военных. Ну, и я тоже ей помогаю, потому что ей иногда тяжело, и она, когда устает, она идет ложиться в свою постель, и она нас просит о чем-то там сделать еду для военных, либо зафасовать чай. Мамины помощницы всегда рядом. Именно благодаря поддержке дочерей у нее на все хватает сил. Восхищаюсь ее инициативой, трудолюбием, находчивостью и любовью ко всем окружающим людям. Надо очень много любви. Очень много. Это учат дети постоянно, каждодневно. Потому что они, конечно, они другие. Не такие, как взрослые же. Совсем они чистые, они хорошие. Они понимают больше, чем мы. Наградами Анастасия не хвастается. Главную, она считает, уже получила – любовь своих детей. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».